Хей, йоу, гайз, с вами Шимики. И сегодня мы поиграем в игрушку под названием Liars of Fear. Так, куда бы сохранить? Давайте в это. Так, ячейка та, пускай так и называется. Применить. Загрузить. Так, по настройкам, что у нас? Так, нормально, ладно, новая игра. А, говорю сразу, игрушка хоррор, поэтому это не как BioShock, не подумайте. Это немножко посложнее для разума. Я знаю, каким ты себя ощущаешь. Потерянным, одиноким, безнадежным. Вероятно, ты это заслужил. Да нифига подобного. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Единственное, чего ты когда-либо желал. Заверши картину. Завершу картину, хорошо. Тут какую? Кто-то что-то там сказал. Оскар Вильда. Художник, как там что-то там. Так, давайте скорость мышки. Так, нормально. Ну, качество картинки, в принципе, нормально. Крысы бегают по дому. Ага. Трюмф художника. Открытие галереи изумляет критиков. Одни зовут его новым Караваджо, другие сравнивают с Ван Эйком. А один, восторженный критик, пожелавший остаться неизвестным, зашел так далеко, что воззвал к духам великого Леонардо. Как бы там ни было, а выставка имела огромный успех. Особенный стиль. Получил высокую оценку за свою уникальность сочетания влияния Ренессанса с более современными техниками. Сам художник присутствовал на мероприятии в компании красотки-невесты. В своем черном платье она выглядела потрясающе. Лично рассказала нам, что пара действительно ждет. Ждет чего-то. Может, там ребенка, я не знаю. Уважаемый господин, просим вас прекратить одолевать наших специалистов по борьбе с вредителями. А также не отправляйте нам больше своих бессмысленных писем. Да будет вам известно, что моя мать... порядочная женщина и не потерпит подобных обвинений. Все наши сотрудники, побывавшие в вашем доме, конструктировали, что не слышали никаких шуршаний и не обнаружили заражения. Единственное, что вам требуется, профилактическая обработка. Просим вас применить к сведению, что это письмо. Последнее предупреждение. В противном случае, следующее полученное письмо будет от наших адвокатов. С наилучшими пожеланиями, Карл Дентон. Компания усмирения надоедливых вредителей. Так, это ж все... Ага, это дверь. Тут все открывается, да? Ха, вискарик. Эк. Эк. Это, похоже, мы, да? Эк. Тарелки. Сэр, я заходила в мастерскую, как... А, я не заходила в мастерскую, как вы и просили. Хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. Окей. Так, подвал. Нет, 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 подвал еще рано. Так, это мы читали. Ванная комната. Ух, какой здесь беспорядок. Так. Ага, яд от крыс. Туалет нужно закрывать после себя. Так, зеркальце.
здесь ничего. Компания протеза Ахиллеса. Один протез голени. Как можно было ошибиться с длиной? А, у нас получилась проблема с ногой, поэтому мы хромаем, да? Духи. Кажется, на то. Так, это тоже все открывается. Заперто. Ничего. Ничего нету. Одежда. О, и записка. Прости за вчерашнее, ты была права. Я переборщил. Просто дело тут не во мне. Дело в ней. Я стараюсь сделать все, что в ее интересах. Невероятно. Я всегда считал, что мы... Что в несовершенном мире есть смысл стремиться к совершенству. Ну вот теперь я говорю, как мой отец. Но я буду работать над своим характером. Обещаю. Поговорим потом. Я тебя люблю. Так, ладно. Художество, письма. Может, это лежит? Часики. Ой, дырки какие-то. Нихера себе, это мышеловки. Так, маленький Винни и партнеры. Проблемы с крысами? Позвоните нам и распрощайтесь с ними. Быстро, эффективно и надежно. Недорого. Ну, ладно. Везде. Это что, типа на одну мышеловку? Ничего себе. Больше здесь ничего нету посмотреть. О, нет, есть. Это мышеловка. Ладно, идемте отсюда. Угу. Эх, кто-то разбил. Ой, боже мой, что это за херя? Подумала, что ты опять не будешь спать всю ночь. И приготовила тебе вкусненькое. Знаешь, я готова поспорить, что даже Рамберант время от времени перестал быть совершенствованным и похрапывал, как и мы, простой люд. Знаю, тут и тебя отвисла. Короче, я знаю, у тебя отвисла челюсть. В общем, поспи, глупыш. Ага, окей. Хорошо. Но пока что ничего стрёмного такого нету. Печки старые. Так, тут еще дверь. Хм. Лук. Парика. А почему не паприка? Паприка. А, овощи, фрукты. Ну, короче, это столовая, так говоря. Эп. Опять записки. Эп. Как тяжело открывается. Их. Оп. Записка. Картина овощей. Так, здесь что-то перечеркнуто. Выпивка какая-то. Так, краска золотисто-розовая. Жёная умбра. Охра. Кисти 25 штук. Освежитель воздуха 50 упаковок. Яблоки 10 килограмм. Выпивка 30 штук. Ну, сначала 5, 10, 30. Весы. Ну, кажется, здесь ничего. Тихо. Дверь не закрывайся. Мошенник. Ну, ладно. У нас еще есть вариант пойти в подвал и пойти наверх. Ой, как-то здесь темно. Включаешься? Включается. Блять, гремит все, а я иду в подвал.
О, какая-то дверь. О, блядь. Тихо. Куча марионеток. Плохое освещение. Очень плохое освещение. Заперто. Эх. Так. Мешает коробке. Тупые крысы. Бля, да, страшно так в подвал спускаешься и марионетки. Сейчас отвернусь, повернусь, они там будут толпой стоять, да, на меня смотреть. Банки мне тут разбивают. Так, табель успеваемости. Чтение 3, 2, 1, 3. Письменное общение, математика, наука, здоровье, общество знаний, искусство, музыка, физическая культура. Общий балл 2, 2, 2, 3. А почему у них двойка это Д? Двойка это должна быть F. А, странно, ну ладно. А пятерка у них что это тогда? S? Хм. Ну, так, о, мой персонаж может бегать. А если персонаж может бегать в хорроре, это значит пиздец. Одним словом, так сказать. Ладно, идемте на второй этаж. Картины. Знаете, такой... Картины. А женщина... Так, вот дверь какая-то. Детская. Работал всю ночь. Не будить. И никого нету. Новое лицо музыки. Ночь в опере становится незабываемой. Еще не стало им... еще не стало именем нарицательным, но лишь вопрос времени. Невероятно талантливая мультиинструменталистка прошлой ночи потрясла всех своим изумительным выступлением. Ай, глаза. Покорив даже самых заурядных критиков, она была просто невероятна. Я не видел подобной страсти, энергии и одаренности многие годы. Отмели известный пианист. Ответил известный пианист. Боже. Дэниел Рихтен. И это не только его мнение. Кажется, даже Энтони Гайлс, один из зарядных критиков, не смог промолчать. Ранее Гейс уже позволил себе пренебрежно комментировать об артисте, заявив, что музыка — это нечто больше, чем энтузиазм и смазливое личико. Когда мы спросили его после выступления, жалеет ли он о своих словах, во взгляде мистера Гайлса считалось весь восторг и смущение. Когда его призвали к ответу, он сказал просто «да». Мы прорвались к звезде. К звезде. Ага, пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в универмаге. 10 людей борются за жизнь. Долгожданное открытие универмага галактика превратилось в адское пекло, когда в здании... Загорелись провода. Последующая за этим паника заставила многих посетителей собраться у пожарных выходов, которые в итоге превратились в настоящие тупики. В конце дня катастрофическое несоблюдение мер безопасности унесло жизни 37 человек, 243 ранено. В данный момент полиция ищет ответственность за это несчастье. Владелец галактики Рональд Швид отказался комментировать пришедшее. Ну, что-то типа того.
Плевать, недавно кто-то на ней спал. Прости, не смог заснуть. Нога снова расшалилась. Думаю, немного поработать. Я люблю тебя. Это трость. Так, это не открывается ничего. Шкафчики. Одежда. Ой, блин. Ну ладно. Бутылки это не страшно. Видно, что он любил выпить. Это сразу видно, поэтому. Так. Вино. Вино, походу, все равно кто-то еще пил. Ноты. О, мы умеем играть. Тан-тан-тан-тан-тан. Мы хуёво играем. Окей. Записка. Блять. Нам похоже туда, мы не пойдем, да? Пойдем туда. А может все-таки туда? Окей. Детская. А свет можно включить? Серьезно, тут негде включить свет? Мишки, мишки, мишки. Кубики. О. Это я. Это у нас, похоже, дочка. И очень расстроена мама с таким страшным лицом. Ну, еще рисунок. Почему розовый? А, кто? Наш... Получается, мышь, да, художник? Или кто? Получается, вот конь. Она решила его разукрасить. Ха. Ничего. Оловянный солдатик. Погремушка. Очень старая. Прикольная музыка. Ладно. У нас один проход там, где что-то ёбнулось. Извините за тор... Может, тут свет есть? Ой, здесь есть где свет включить. Ладно. О, книга. А, правдивая история. А, пик... Художник Дориан Грей. Пикчерс. Это же художник, да? Или картина? Рюмки, стаканы. А, просто ветер, да? Хотя у нас все закрыто. Хм. Старинный мобильник. Камин. Хм, какой огонь. И настоящий, и не настоящий. Ах, выпью водички. Так, ладно, что у нас тут есть? Не берется. Ой, мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронулся умом? Я знаю, у тебя сейчас нелегкое время. Собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эту иллюстрацию. По старой памяти. Так сказать, само задание было таким простым. Я то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. Я и подумал, не мог ты... То есть... Я и подумать не мог, что ты, детскую сказку, в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не мог со... Я не собираюсь это публиковать. И уже жалею, что мы заранее договорились об оплате. Возьми себя в конце в руки. Твой старый приятель Лиам Брикстон. Издатель «Шепот сказки». Так, простите, я все за тебя... Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будет только ты и я. Давай сделаем этот день особым.
Ты обещал. Вот, я не понимаю вот это. Вот видите, то здесь запятые везде. Типа вместо пробелов. Так, ладно. Это от нашей комнаты. Ой. Это вот эта, да, красная шапочка? Ой, монетка? Нет. Так, ну... Да, мрачный, типа, экипаж. Так, и листать можно. Она встретила волка. Это она бабушка, что ли, съела? Пиздец. Да, видно, что у чувака не все с головы хорошо. Ладно, идемте. Ой, нужно дойти... Так, нам нужно до картины, да, дойти, как я понял? Мы же взяли ключ от нашей комнаты. С рисуночками. Так, мы здесь были. Фу, хорошо, что тут закрыто. Я бы обосрался. Там кровь какая-то непонятная. Закройся. А, в этот раз сделай все как надо. О, еще листик. Пергамент. Печати, листики, краски. Так. Мне осточертело общаться через записки. Мы живем в одном доме, в конце концов. А как закончишь, приди и поговори со мной до того, как я ляжу спать. Эх. Да, все-таки он любил выпить. Заперто. Эх. Нифига, кисток перелобленный. Ой, картина. Ну, такие, конечно, рисунки у него так. Ага. Это то, что мы рисуем, да, как я понял? Так. Потерянным. Ты это заслужил. Закончи ее. Так. Ну. Так, комната поменялась. Нет. Короче, это у нас пролог, да, типа, пускай будет. Там что-то чертовщина уже начинается, поэтому... Да, это, ребят, пролог нашей, так сказать, этой игрушки. Может быть, я ее продолжу, может быть, мы на этом и закончим уже. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых, может быть, приключений, так сказать. Всем пока.